Привет, зрители, у меня новая обезьянка. Какая по счету, я как бы совершенно не в курсе, может быть 190 какая-то, а может быть уже 200-я. Надо их как-то всех собрать, посмотреть, у меня даже ролик есть годичной давности с собранием тех обезьянок, и понять, сколько же у меня их. Она говорит, даже можно сказать поет. Так вот, мы с обезьяной тоже в этом солидарны. Я считаю, что люди произошли от обезьян. А вы как считаете, люди? Или обезьяны? Или кто там еще может меня смотреть внезапно? В общем, подарок от мамы моей подруги, от тети Лиды. Очень внезапно. Прикольная обезьянка. Мяконький такой. Кот у меня даже ее еще не испугался, хотя он обычно говорящих обезьянок боится. Она как бы так вот сидит. Пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум. Обезьянка! Что хрен знает какая! Ее можно повесить. А можно посадить рядом с другими обезьянками. Хочу сказать спасибо своему спонсору, пока еще единственному. Горбушкин, спасибо. И да, канал у меня теперь можно поддержать, можно подключить подписку платную на стримы по ссылкам или чатики для своих в этих стримах. Ну, еще получите бонусики всякие. Можно подключить средний уровень, как у Горбушкина. И можно делать запросы на определенные ролики. А если вы любитель АСМР, то можете подключить высший уровень и аж до 2 АСМР или мукбангов. А при очень сильной хотении даже до 3 в месяц вы будете от меня получать. Ну, спасибо за просмотр. Пока!